Данила выкопал ямы. Сейчас я их чуть-чуть еще углублю. В эту мы добавим, каждую яму я буду добавлять старые палки. Так, подготовил 4 я ямы с этими, с гнилушками, черноземом. Так, положил гнилушки в 4 ямы и чернозем. Подсыпал немножко песка. Сейчас это все перемешаю. И залью водой. И заливаю водой, только после этого буду насыпать специальный грунт вот этот. И сажать. Вот так вот, друзья. Я уже их посадил. Значит, это специальный грунт, видите? Поверх я посыпаю еще чуть песочку и засыпаю сверху просто вот таким универсальным грунтом сверху немного. Грунт похож, кстати, на переработанные просто опилки и труху. Ну что, ждем ягод. Кстати, сорт Торо, говорят, что самое крупное. Посмотрим в следующем году. Осталось дождаться ягод в этой пустыне. И все будет very, very expensive.